Жорка, привет. Привет. Привет, говори привет всем. Привет всем. Ну, покажи, покажи мне себя. Так, мы сегодня будем испытывать старенький квадроцикл с новым двигателем, с новым редуктором. Жорик готовится. Он уже готов, да, Жорка? Одеваешь очки. Гонщик мой, одеваешь очки. Я Жорик-мальчик. Хорошо, Жорик-мальчик. Так, вот такой вот у нас вот спортивный гонщик, пилот. Все. Привет всем, вот это Жорик вчера упал. Ты оглядывался, когда ехал, да? И не смотрел, куда ехать, да, Жорка? Нет, я потом раз, а потом у меня хорошо ест. Жорка продолжает тест-драйв квадроцикла. Колеса, конечно, крутят очень хорошо, аж проскальзывают. Нет, ты хорошо ездишь, я же ничего не говорю. Но вот как получилось, что ты упал? Очень просто. Ну, меня не сбей. Меня не Ты просто обернулся, да, когда ехал? Нет. Никита, я на мотоцикле катаюсь. Я остановился, открыл дом и упал. Остановился и потом упал? А как так получилось? Обычно ж, когда останавливаешься, не падаешь. Жорик, может быть, ты все-таки не остановился и попробовал оглянуться? Thank you.
по сельским метро проеду, а потом скажу. Жорка складывает чего-то, да? Палочки, зубочистки. Это ну, метро. Хорошо, очень метро. Хочу. Но все-таки расскажи деткам, чтобы они не падали. Ты оглядывался, когда ехал, да? И не смотрел, куда ехать, да, Жорка? Я остановился, открыл дом и упал. Ты хорошо ездишь, я же ничего не говорю. Но вот как получилось, что ты упал? Очень просто.